Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир, и в сегодняшнем нашем видео мы поговорим о том, что такое предпродажная подготовка автомобиля, кто ее делает и что вообще необходимо делать новому покупателю той или иной машины на, скажем так, этой процедуре во время осмотра автомобиля, после того, как мы уже заключили договор, стали, скажем так, формально еще как бы владельцем машины. Скажем так, что это из себя представляет? Ну, проще говоря, что такое приемка автомобиля? Сегодня об этом мы с вами и поговорим. На какие моменты надо обращать внимание, что должен сделать дилер во время этой процедуры. Ну и во всем другом, всяких нюансах, которые могут нам помочь, скажем так, не остаться в дураках и, скажем так, не просмотреть какой-то недостаток или недоработку дилера в процессе этой процедуры. Мы и поговорим. Поехали! Итак, сегодняшнюю нашу тему касательно того, что такое предпродажная подготовка автомобиля, мы будем, скажем так, разбирать на примере Kia Sport 4-го поколения, который производится с 2016 года и по настоящее время. На ваших экранах вы можете видеть автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем, полноприводная версия, 155 лошадиных сил. Значит, что хотелось бы отметить. Дело в том, что предпродажная подготовка автомобиля, ее, как всегда, проводит дилер. Это что-то, скажем так, наподобие такого технического обслуживания, бесплатного технического обслуживания, предпродажного обслуживания, где дилер проверяет основные, скажем так, узлы и компоненты автомобиля. Я, наверное, не буду сильно вдаваться в детали и подробности. Я думаю, что практически любой автолюбитель и автовладелец знает, как правило, какие узлы в первую очередь проверяются. Это, конечно же, уровни масла, уровни охлаждающей жидкости, это подвеска, проверяются рычаги, чтобы все было зажато, пережато. Я буду в этом видео говорить, наверное, больше с упором на автолюбителей, на потенциальных покупателей, будущих покупателей той или иной марки современного автомобиля или модели, которые приехали к дилеру и не знают, что делать, с чего начинать и что нужно проверять на приемке автомобиля. Любая проверка, скажем так, покупателям делится на несколько групп. Во-первых, первая группа — это экстерьер, это осмотр и проверка экстерьерной части автомобиля. Во-вторых, это осмотр подкапотного пространства. В-третьих, это интерьер, проверка интерьера и элементов салона, так сказать. Далее, это проверка на заведенном прогретом двигателе основных узлов. Также это осуществляется, если захочет покупатель, но, опять же, как правило, дилер данный вариант не предлагает, но если по нашему желанию покупатель этого захочет, мы можем сделать проверка на подъемнике, осмотр и проверка, скажем так, днища и ходовой автомобиля. Ну а также контрольная поездка или проверка автомобиля уже в движении. Итак, начнем по порядку. Начнем с осмотра и проверки интерьерной части автомобиля. Как правило, вот мы получаем автомобиль, нам дают в руки ключи, с нами идет вместе дилер к автомобилю, мы подходим к автомобилю, и первое, что надо смотреть, это стекла. Проверяем стекла, чтобы не было нигде ни царапин, ни повреждений, ни сколов. Это очень важно, потому что потом будет очень тяжело предъявить, что в случае гарантийный, потому что, как правило, на стекла гарантия как таковой и не распространяется. Проверяем в первую очередь все стекла, лобовое, заднее, боковые и прочие стекла. Далее проверяем колесные болты на, скажем так, ну, как бы проверим. Если у нас нет баллонного ключа, понятное дело, что мы натяжение не проверим. Мы не можем, сможем проверить. Но визуально в любом случае мы можем посмотреть именно одинаково ли примерно зажаты все гайки. Это можно, в принципе, визуально, конечно же, увидеть. Если какая-то гайка не будет до конца сильно закручена, она будет в полураскрученном состоянии, она будет более сильно выпячивать. Мы это однозначно увидим. Но, конечно, более того, мы не увидим. Но в любом случае лучше перестраховаться и проверить колесные гайки. Лучше всего, конечно, взять с собой на, скажем так, приемку автомобиля уже баллонный ключ, чтобы даже выборочно пройтись по каждому колесу, по одному-два болта, просто проверить натяжение, затянуты ли болты. Потому что также, если будут какие-то проблемы после покупки автомобиля, мы предъявить дилеру ничего не сможем. Далее, давление в шинах. Давление в шинах также является очень важным моментом на приемке того или иного нового автомобиля. Лучше всего с собой взять обычный манометр и манометром проверить каждое из четырех колес. Это занимает буквально всего где-то минуту-две, но зато мы будем уверены, что колеса наши подкачаны. Далее,
Что необходимо сделать? Это замок капота. Замок капота проверяется довольно легко. В принципе, изнутри мы открываем наш капот. Далее мы открываем наш элемент кузова и проверяем, все ли здесь у нас находится в нормальном состоянии, не поврежден ли сам замок, чтобы он не открылся просто во время движения, потому что случаи бывают разные. Также проверяем основную петлю, захлопываем наш капот, проверяем, как он захлопывается, захлопывается ли он с первого раза. Если есть какие-то нюансы по захлопыванию, по закрытию капота, то однозначно дилер этот нюанс должен устранить. Поэтому все эти претензии, все эти нюансы надо проверять. Далее идем по нашей первой группе, это осмотр интерьера, интерьерной части, это лючок бензобака. Лючок бензобака, допустим, на примере Kia Sportage Hyundai Tucson 4-го поколения, он должен открываться при нажатии на него, буквально не сильно нажатие, на одним-двумя пальцами. Также проверяем, как он закрывается. Если все в порядке, все нормально, значит с лючком здесь проблем у нас нету. Также проверяем саму горловину бака, открываем бак, проверяем состояние самой крышки, чтобы резьба не была треснута, не стесана, не поломана. Случаи, опять же, бывают разные. Чтобы все защелкивалось. Закрываем лючок, вопросов нету, переходим дальше. Дальше это крышка багажника. Крышка багажника также довольно немаловажную роль играет, скажем так, у каждого автовладельца, потому что никто не хотел бы, чтобы во время движения он открылся. Если все в порядке, все нормально, мы также его закрываем и переходим к следующему элементу. Какие могут быть, кстати, нюансы по багажнику? По багажнику могут быть нюансы, неправильно отрегулированы петли, и тогда будет багажник не очень плотно закрываться, и мы это почувствуем, потому что багажник будет прилегать при закрытии, как воздушный он будет, то есть он будет, как бы, получается, закрываться, но как будто будет казаться, что он не закрылся. Вы это почувствуете. Я думаю, что любой автовладелец, который уже водит не первый год автомобиль, он прекрасно знает, когда неправильно отрегулированы петли, как ведет себя крышка багажника. Далее, акселерная часть также включает в себя проверку дверей, всех четырех дверей. Всех четырех дверей, именно как правильно выстроены ли настроены петли и сам замок. Дело в том, что бывают такие случаи, вот когда покупался этот автомобиль в 2017 году, водительская дверь была ненормально, скажем так, не должным образом настроена, и при закрытии она не всегда закрывалась, она в вот таком положении примерно оставалась. Поэтому была претензия предъявлена дилеру, дилер в любом случае устранил эту проблему, настроил петли, и сейчас вопросов по закрытию водительской двери также не возникает. Заключительный пункт первой группы именно проверочных, так сказать, устройств, узлов, которые необходимо, скажем так, именно перепроверить для дилера, включает в себе проверку работоспособности ламп света фар, а также габаритных огней и световой сигнализации автомобиля. Что такое световая сигнализация? Это когда мы закрываем автомобиль, у нас должны загораться аварийные оранжевые лампы. В принципе, проверяется довольно все просто. Автомобиль заводится, включаются все режимы фар, передних фар и задних фонарей. Все это проверяется. Если все работает, то все в порядке. Также у некоторых автомобилей могут быть противотуманные фары. Их также желательно проверять. Могут быть нескольких режимов. Как правило, их либо два, либо три режима. Более яркий, средний и тусклый свет противотуманок. Поэтому все эти моменты необходимо проверять. Все, что касается экстерьерной части, то мы закончили. Теперь переходим в подкапотное пространство. Вторая группа, скажем так, узлов. Что касается подкапотного пространства, то в первую очередь новому покупателю, точнее новому уже почти владельцу, необходимо проверять, самое главное, это герметичность всех систем, чтобы не было нигде подтеков, не было наличия технических жидкостей ни на патрубках, ни на трубках. Это очень важно. Также необходимо проверить по щупу уровень моторного масла. Делать это довольно просто. Главное, чтобы под рукой была какая-то либо салфетка, либо кусочек тряпочки. Проверяется. В любом случае, у нового автомобиля, когда вы берете его новым, масло должно быть залито по максимальному риску щупа. Это также крайне важно. Если масло залито по нижнюю риску, как правило, автомобиль у дилера, когда уже вы приходите к нему, подходите к нему вместе со специалистом, он будет, ну, такой более холодный, потому что холодный в плане не прогретый. Потому что, как правило, дилер делает подготовку, не сильно эта долгая процедура длится, 2-3 часа, и потом еще автомобиль может полдня стоять, пока вы не приедете его забирать. Ну, если, опять же, вы живете в том городе, где вы покупаете. Если вы живете не в том городе, вы едете из другого города, то, как правило, дилер, конечно, быстрее делает предпродажную подготовку. Иногда бывает такое, что вы просто сидите у дилера там несколько часов и ждете, пока вам машину вашу подготовят. В этом случае, конечно, она будет немножко нагретая, но в любом случае, если масло находится ниже среднего уровня по щупу, то вы обязаны сказать это дилеру. Просто, да, почему обязаны? Потому что это
двигатель – это самый главный узел любого автомобиля, и если масла там будет мало, в любом случае, то это не есть хорошо. Вам придется либо подливать его, либо просто двигатель будет работать, ну, скажем так, где-то на сухую. Поэтому дилер обязан будет подлить до оптимального уровня данную техническую жидкость. Если автомобиль оснащен системой гидроусилителя, то необходимо также проверить уровень жидкости гидроусилителя в расширительном бачке, либо по щупу, либо уже визуально по рискам на самом бачке. Также необходимо проверять уровень тормозной жидкости. Опять же, делается это, как правило, по рискам, щупа, а в тормозной жидкости нет. Здесь, как правило, сбоку у любого современного автомобиля имеются риски минимум и максимум. Жидкость тормозная, опять же, должна быть залита по максимальному риску, так же, как и моторное масло у нового автомобиля. Далее необходимо проверить жидкость омывателя стеклофар. Ну, как правило, омывайку, еще как в народе называют, производитель заливает по минимуму. Поэтому в любом случае, как только вы приедете на первую заправку, вам надо будет заправить автомобиль бензином и купить омывайку и заправить ваш расширительный бачок омывайкой. Кроме того, в моторном отсеке также необходимо проверить крепление клемм. Клеммы у нас две. Первая клемма очень хорошо доступна в Kia Sportage. Она должна быть зажата. В принципе, не надо для этого никакой вам иметь ключ. Вы просто пошевелите, если плотно все зажато, то вопросов в клемме нет, чтобы она не слетела во время движения. Как правило, плюсовая клемма положительного заряда, она закрывается у новых автомобилей специальной пластиковой такой защитной, скажем так, крышкой. Крышка довольно просто снимается в том или ином автомобиле, вы просто снимете. И опять же также проверите, пошевелите саму клемму. Если она плотно зажата, то вопросов никакой в этом плане нету. Ну и последний момент, который довольно важный, так же, как и наряду, наверное, с техническими жидкостями, это натяжение ремней. Ну, опять же, если автомобиль у вас оснащен цепным приводом газораспределения, системы газораспределения, то, конечно, вы никак уже не проверите. Тут уже, как говорится, будем надеяться на то, что производитель хорошо все зажал, вопросов никаких не будет. Следующая группа проверочных узлов – это уже непосредственно салон или интерьер. Первым делом проводится проверка освещения салона, багажника и вещевого ящика. Необходимо проверить, чтобы все наши лампочки загорались. Допустим, открывая при открытии крышки бардачка, у нас должна гореть лампочка, скажем так, перчаточного ящика, как называют бардачок официально. Вот. Ну и также должны загораться все основные лампочки уже салона. Если, опять же, какая-то лампочка не загорается или не горит, что-то где-то подглючивает, то в любом случае необходимо предъявлять сразу претензии официальному дилеру, у которого мы покупаем автомобиль. Далее проверяются все сиденья. Сиденья проверяются на регулировку, проверяются подголовники по высоте выноса, по углу наклона и прочие различные режимы. То есть максимально проверяется все. Если есть, например, электропривод сидений, здесь его нет, здесь механика, механический также лифт сидений, то также проверяются все режимы. Кроме того, проверяется подогрев сидений, внутренние панели и обшивки. Обшивки, как правило, проверяются в первую очередь дверей, потому что бывают случаи, когда до конца на заводе они не дожаты и где-то возможно есть щели, поэтому опять же все это предъявляется дилеру. Далее проверяется регулировка, как я сказал, сидений и самих подголовников, проверяются все замки дверей, в том числе и замок безопасности детей, который располагается на задней двери, торцевой части самой двери, и все контрольные индикаторные лампы на приборной панели, это уже на заведенном автомобиле. Также проверяется звуковая индикация света фар, звуковой сигнал, стеклоочиститель или омыватель, стеклофар, если такой имеется в наличии у автомобиля. Кроме того, проверяются прикуриватели, работа прикуривателей, всех вспомогательных электроприборов, в том числе магнитола, электрика. Можно это делать выборочно, чтобы не сильно тратить время, потому что довольно часто специалисты дилер-центров очень сильно подгоняют покупателя, потому что таких, как мы, у них очень много, и поэтому они гонят. Поэтому делайте это выборочно, включайте основные механизмы, элементы, скажем так, основные приборы, которые чаще всего используются, такие как магнитола, кондиционер, ну и система обогрева или подогрева. Кроме того, проверяются электрозеркала, если есть такие, все регулировки, и подогрев зеркал, если есть такой в оснащении. Стеклоподъемники проверяются очень быстро, опускаем, поднимаем вверх-вниз все 4 двери наши или 2, в зависимости от того, сколько дверей у вас кузов автомобиля. Проверяется центральный замок, это уже при помощи ключа открываем, закрываем
наши двери, проверяет отопитель и кондиционер, быстренько включаем, причем все режимы, желательно максимальный режим включить, чтобы сразу понять, что все работает. Если имеется, проверяем люк, электролюк или механический люк, проверяем все его механизмы и с ним связанные, проверяем высоту педали и ход педали, если автомат, то, как правило, идут две педали, проверяем их две, если механика, то три педали, проверяем сцепление, тормоз и газ, выжимаем на месте, проверяем, чтобы ничего не люфтило, не болталось, и, конечно же, проверяем стояночный тормоз, потому что техосмотр с неисправным стояночным тормозом мы не пройдем. Вот. Бывают двух видов, либо механический, либо электроручник. Электроручник, как правило, идет уже в виде кнопки, либо располагается слева по руководителю, либо где-то по центру, чуть ниже торпеда. Далее, переходим в следующее. Проверка на заведенном прогретом двигателе. На прогретом двигателе проверяется, как правило, также уровень масла. И если есть очень сильное желание у покупателя, проверяется уровень трансмиссионной жидкости в автомате. Но опять же, это если автомобиль разрешит поднять на подъемник дилер. Ну, в принципе, такое некоторые покупатели тоже делают. Также проверяются обороты. Обороты повышенные и пониженные. Обороты проверяются. Немножко подгазовывается автомобиль. Проверяется... По тахометру проверяются непосредственно, как обороты, не плавают ли они, нет ли каких-то вибрационных таких вот моментов, вибрации во время работы силовой установки. Как я говорил ранее, в принципе, дилер нам не имеет права отказать поднять машину на подъемник. На подъемнике проводится следующий осмотр. На подъемнике проверяется антикоррозионное покрытие днища, проверяются шины на наличие порезов, нарушений структуры. Также делается осмотр рулевого управления, подвески и глушителя, то есть выхлопной системы. И проверяется уровень масла механической или автоматической коробки передач. Также проверяется уровень масла в редукторе переднего моста, уровень масла в редукторе заднего моста, уровень масла в раздаточной коробке или в раздатке. А также проверяется установка колпаков или литых дисков, то есть надо проверять то, как правильно ли поставлена резина на сам диск. Ну и существует заключительная группа, это называется контрольная проверка основных механизмов и их работы в автомобиле. Это тормоза, сцепление, рулевое управление, измерительные приборы, работоспособность круиз-контроля и наличие посторонних шумов. Такая проверка делается уже в движении. Вы садитесь вместе со специалистом дилер-центра и где-то возле самого здания дилер-центра, либо чуть дальше вы отъезжаете и проверяете уже непосредственно это все в движении. Если есть какие-то посторонние шумы, скрежеты, звуки, либо что-то очень жестко поворачивает, скажем так, что-то очень плохо включается, то все это необходимо предъявлять дилеру для того, чтобы дилер исправил ту или иную проблему, чтобы потом это где-то не вылезло у нас в процессе эксплуатации, потому что довольно бывает трудно доказать дилеру, что мы не виноваты, а это гарантийный случай. Также не стоит еще забывать про такой момент, как обкатка. Обкатка, как правило, любого нового автомобиля составляет примерно 3-3,5 тысячи километров. После обкатки основательно все узлы уже притираются, снижается расход топлива, расход моторного масла, приходит в норму, в принципе, как говорится, работа всех основных узлов и жидкостей. Поэтому в любом случае до этого момента может немножко повышаться расход топлива и масла. По этому поводу сильно волноваться не стоит. В любом случае, опять же, предпродажная подготовка, которая проводится дилером, она проводится довольно тщательно и довольно серьезно. По крайней мере, так это происходит у нас, у дилера компании Kia, вот, и Hyundai в том числе. В принципе, автомобиль почти один и тот же, разные немножечко только кузова, платформа одни и те же, силовые установки также с подвеской. Поэтому проверяется все довольно тщательно. В любом случае, проверять всегда надо. Как говорится, имеется человеческий фактор. Мы не роботы, мы все можем что-то проглядеть, не усмотреть. Поэтому покупателю желательно перед покупкой такого дорогого, скажем так, устройства, как автомобиль, такого дорогого товара, да, необходимо делать перепроверку. Вот эти основные 5-6 групп, которые я вам назвал, они являются как бы какой-то степени инструкции для любого автолюбителя, который собирается или уже вот едет за своей новой машиной к дилеру, чтобы проверить четко, посмотреть и чтобы не было никаких вопросов и проблем в процессе эксплуатации.
Ну и заключение нашего видео касательно того, как правильно принимать новый автомобиль покупателям. Хотелось бы, конечно, еще отметить, что моменты, которые основные необходимо, скажем так, держать у себя в голове любому покупателю, это, конечно же, проверка все, что находится в салоне и в моторном отсеке. То, что касается внешних каких-то повреждений, то, как правило, редко и маловероятно что-то визуально, как говорится, находит покупатель. А вот что касается подкапотного пространства, где-то разгерметизация трубок или шлангов, это довольно частое явление. Также особое внимание надо уделять еще шинам, то есть покрышкам автомобиля. Довольно часто бывает такая ситуация, что при транспортировке машины где-то, возможно, перегружали, где-то неправильно закатывали, повреждаются покрышки, повреждается протектор, обнаруживаются порезы на шинах и, скажем так, механические воздействия на колеса. Вот это действительно довольно часто происходит. Также немаловажным моментом являются еще технические жидкости, которых очень сильно, скажем так, жалеет, наверное, даже не производитель, а дилер в какой-то степени, потому что все-таки в конечном итоге дилер подливает и заливает уже необходимые жидкости, не завод. Вот. Ну, что касается бензина, топлива, я думаю, что все знают, что топливо в любой машине залито, как правило, 2-3, максимум 5 литров. То есть, как правило, бак пустой. Вам надо будет сразу ехать на первую ближайшую автозаправочную станцию, чтобы залить уже до определенных кондиций топливо в бензобак. Ну, это меры предосторожности. Здесь, как говорится, никто уже не ворует, никто ничего, как говорится, не забирает себе. Это меры предосторожности. Что касается технических жидкостей, то, в принципе, здесь та же ситуация, потому что при транспортировке автомобиль подвергается воздействиям, его подвергается тряске, его перемещают с места на место, дергают, и поэтому такая же ситуация, как и с бензином. Но в любом случае дилер должен заливать по максимальному риску. Это касаемо моторного масла, антифриза, это касается также жидкости гидроусилителя, если у вас система гидроусилителя, а не электроусилителя, где нет жидкости. Вот. И также касается это тормозной жидкости. Поэтому там должно быть все по максимуму. Вы обязательно это проверяете, потому что в любом случае вам придется тогда либо докупать, либо ехать снова к дилеру и тратить свое время и, конечно же, деньги. Более подробно автомобили, обзор, тест-драйв машин вы можете найти на сайтах автоблокар и базлайт.ру. Ссылки на сайт будут под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо за внимание, берегите себя и всего вам доброго на дорогах. Yeah.